Всем привет, с вами Алекс Ки, и это рубрика «Кухня». Сегодня мы готовим очень интересное блюдо, называется энчиладос. Для этого нам понадобится томаты черри, один болгарский перец, два вида сыра, лаваш, либо можете использовать тортилья. Основной ингредиент – это курица и кукуруза. Итак, курицу мы порезали на большие крупные кусочки и отправили вариться. В этот момент мы обжариваем помидоры и добавляем перец. Как вы уже заметили, я перец чищу именно вот таким вот образом. Напишите в комментариях, как чистите перец вы. Также мы режем лук. Я его порезал в этот раз ножом и добавил к перцу на обжарку. Пока у нас все жарилось, у нас растворилась курица, мы ее вот так вот мелко разорвали. Теперь мы берем один вид сыра, режем его дольками, добавляем кумин, еще ее называют зира. Также добавляем немного кукурузы. Теперь берем лаваш, выкладываем это все на лаваш, добавляем смесь перца, помидор и лука. Кладем один кусочек одного вида сыра, потом второе выкладем. Я использовал обычный российский и сыр моцарелла. Выкладываем это все на сковородку, чтобы потом это отправить в духовку. Делаю. У меня помещается на сковородку 4 штуки. Осталось приправить это все подсолнечным маслом и отправить в духовку при температуре 180 градусов до румянивания корочки. Рекомендую употреблять это блюдо со сметаной, это очень вкусно. Ну а тем, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр, всем пока.